2000 years later. В эфире новости на последнем. Вчера вечером еще одна свинья была подвергнута жесткому убийству. Точных данных, кто это мог сделать, пока нет. Но по словам некоторых свидетелей, это могли быть три волка. Еще раз напоминаем, быть осторожным всем зверям семейства нежвачных парнокопытных. С 2025 года, когда мясо свиньи стало самым редким, были зафиксированы первые насильственные преступления в отношении этого зверя. А на сегодняшний 2028 год... Хе-хе-хе-хе, разыграем Пеппу! Thousand years later. Я свинка Пеппа. Это мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот